Приветствую вас. В общем и целом, пожалуй, что никак, там, потому что наш организм и мозг это такая штука, которая любит удовольствие, любит наслаждение, и просто отказаться от алкоголя, если это приносит вам удовольствие, если вы привыкли так жить, если у вас есть какая-то зависимость, просто невозможно. Вот. Поэтому, задавая такой вопрос, вы сами себя уже, по сути дела, обрекаете на неудачу тем, что как бы требуете от себя справиться с этим самостоятельно. Вот. Не получится с этим справиться самостоятельно, потому что никакой воли не хватит, а организм будет себя всяческим образом саботировать, вот, чтобы ничего не получилось. И это же абсолютно нормальная история. Вот. Поэтому первое, о чем нужно задуматься, первое, на что нужно обратить внимание, это для чего? Для чего мне отказываться от алкоголя? То есть куда как бы я пойду, вот, отказываясь от, ну, от алкоголя, например. Вот. Потому что вы у себя что-то отбираете, а что вы себе даете? Это вопрос немаловажный. И если вы его себе не зададите, этот вопрос, то ситуация так никогда и не изменится. Вот. Это первое. Второе, вам, вероятно, потребуется медикаментозная помощь медикаментов, помощь наркологов для того, чтобы очистить вас, для того, чтобы вывести из организма весь алкоголь, который у вас может быть, и который каким-то образом, ну, не каким-то образом, а благодаря химии, биохимии, генерирует у вас постоянную потребность в нем. Вот, что, повторюсь, тоже абсолютно нормально, хотите вы этого или нет. Поэтому самонастроиться вот так просто не получится. Кроме того, когда-то и почему-то вы выбрали такой способ жить, вы выбрали так себя, ну, условно говоря, ну, вести так себя, позиционировать, так справляться, так обращаться с некоторыми трудностями в вашей жизни. И чтобы перенастроиться, опять же, чтобы перенастроиться, нужен ресурс. То есть нужен именно ресурс, потому что вы привыкли определенным образом жить. И сразу так просто вы от этого не отказываетесь. Вот. Поэтому то, на что вам, на мой взгляд, нужно обратить внимание, это на то, с чем связан такой ваш подход, чтобы самостоятельно это делать. То есть почему-то вы говорите самонастроиться. Вот. То есть
как правило, это связано с тем, что в глубине души, подозревая, чтобы не справиться, ну, как бы, вы не хотите повышать шансы того, что что-то изменится. Вот. Следующий момент, тоже очень важный. Почему решили сейчас отказаться? Ну, от алкоголя. Это тоже довольно важный момент. Если у вас возникает какое-то чувство, вот, то есть вы из какого-то чувства хотите отказаться от алкоголя, то важно это чувство в себе замечать, важно это чувство в себе фиксировать, и важно не упускать его. А люди часто делают именно так. Вот, люди часто упускают из вида определенный момент. Вот. Поэтому здесь, к сожалению, есть вот такой такая неприятная, может быть, для вас сторона, ну, вопроса. И на нее, на эту сторону вопроса вам нужно обратить свое внимание, потому что без этого не получится как-либо решить вот проблему вашу. Вот. Есть еще различные ситуации, ведь ситуации, с которыми вы справляетесь через, в том числе, алкоголь. Вот. И это тоже важный момент. А, наконец, вам нужна поддержка. То есть, ну, нужна поддержка, нужно, чтобы у вас был кто-то, кто мог бы поддержать вас, кто мог бы дать вам на себя опереться, скажем так. Вот. И, значит, вам необходимо дело. То есть вам необходимо чем-то заниматься. Вот. То есть нельзя отказываться от алкоголя, просто чтобы отказаться от алкоголя. Это путь, ну, вообще в никуда, по большому счету. Вот. А если отказываться, то ради чего-то. Для чего-то, для чего-то. Вот. И почему я спросил, из какого чувства вы, ну, из какого чувства вы хотите отказаться от алкоголя, да? Почему я спросил вас об этом? Потому что если это например, чувство вины, да, ну, допустим,
вот, то оно, чувство вины, само по себе негативное. Вот. И вам от него будет как бы ну, тяжело. Вот. То есть будете вы, скорее всего, испытывать на себя ну, давление определенным образом. Вот. Чтобы давление не испытывать, вот, лучше все-таки посмотреть, а вот без чувства вины, да, можете ли вы отказаться от алкоголя? Или если бы не было вины, то не отказывали бы. Вот. То есть как бы это тоже очень важные моменты, на которые я хочу, чтобы вы обратили свое внимание. Потому что от этого зависит ни много ни мало успех вашего, ну, предприятия, да, скажем так. Вот. Такой момент здесь я бы хотел вам, ну, такой момент я бы хотел вам дать. Вот. С точки зрения, опять же, психологии, да, с точки зрения психотерапии, с точки зрения моего опыта, вот, с точки зрения моего подхода к психологии, к работе с зависимостями. Вот. Безусловно, вы молодец, что признаете проблему. И, безусловно, вы молодец, что хотите ситуацию решить. Вот. Но важно понимать, что одному вам справиться практически нереально. Вот. Если вы на самом деле хотите результата, вот, то, наверное, имеет смысл все-таки принять помощь людей, да, и позволить им вам помочь. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Желаю всего самого доброго. Удачи!